Кэш адекватно. И пойдем добывать вместе железо. Нам останется только подолзом. Ну давайте, давайте. Так, ты, Настя? Я тоже в курсе. Сядь, Села. Тут какой-то тип бегает. Да тут везде бегают, я по аэропорту вот бегаю, тут народу много. Если что, я в кусте сижу. Угу. Мимо тебя пробегаю, честно. У меня просто рейсов очень много. Хотя, он, может, он мимо меня, а он тебя атакует? Нет, просто бегает. Ой, опять что-то холодно. Сделай калибровку экрана, и ночью будет светло. Нормально. Ночью должно быть темно. Я мимо пробегаю. Чё металлическое тут было, блин? Я видела. А, говно. Бойница, блин. Хотя кто бойни... стреляет? Бойница может пригодиться. Настя, ну явно не мы стреляли. Явно не мы. Если бы мы стреляли, у нас бы с кепками проблем блядь, не было. Меня убивает рядом с домом. Я бегу, но у меня вообще ничего помогу нет. Тебе, я ранен. Он тоже очень сильно ранен, я не попал. А он один? У него только факел есть. Где ты говоришь, он у тебя? О, у меня Я за тобой прямо иду, он здесь будет лутать. Вот он. У меня двойные полки есть, ребят. Я, кстати, бегу к вам. Под домом, он в дом сбежал. Я бегу. Блин, Максим, я вообще ничего. Он меня убил. Зажги этот. Я тебя убил? Да. Сейчас прибегу туда. Он, короче, там все ломает, походу. Да, ничего страшного, там ничего не было. Ну мы чуваку... Это ты с факел зажгла? Да, это я. Он где-то здесь бегает. Ну чуваку с арбалетом ничего не сделал. Камень не коцает, особенно если у него хоть что-то есть. А я забрала копье. Ну дай мне копье, я попробую убить его. А где ты? Я вот он я. Держи, вот выкинул. Вот он. Давай буду светить, а ты его бей. Ты ему тоже будешь светить, не надо. Ой, по мне попали. Ты всем светишь, это как бы, понимаешь, на сервере. Тут, да. Тут, причем это не один человек стреляет. А, это может один. Нет, это по-любому несколько людей. Там много людей с этими, с арбалетами. Либо у одного человека три арбалета. Так, я также в кусте спрятался. Ага, я тоже в куст. Короче, я ищу банки. Да. Найдем банки, короче, спрячем их в схрон, и потом мы пойдем искать дерево. Давай так. Да. Потому что у нас ничего не продвинется. Ну я вот поначалу банки-то неплохо находил, надо просто... Все, не... приоритет банки, две банки есть. А рецепты сразу изучайте. Да, полки да, да. У меня есть. Я тоже полки. Большой этот ящик надо, он в начальных изучается. Понял. Блин, там народу гурьба просто. Мне просто повезло, что... Мне повезло, что я ночью с... Чего? Чё? Что вообще за... Они с гаммой выкрученной бегают. Да просто, это что такое было? Я в доме в черном просто. Вы видите этот экран? Гамма выкрученная очень сильно видна, так что... Ползу под скалу, и мне попадает оттуда. Ладно, я пытаюсь пока баночки найти. Ну, пока ведра латаешь, как бы, беспрепятственно, там очень быстро, на самом деле, набирается. 10 банок всего надо. Причем-то банки разные, по-моему, с одной, может, побольше ресурсов падает. Пойду, чё, когда это светло-то будет? Да скоро, наверное. Ё-моё. Ты шла бы в лес тогда куда-нибудь там, в лесу бы порубила. Надо просто, видишь, дом, туда кровати накидать, и все. Из дома, когда от дома играть начнем, уже игра пойдет. Там у нас будет копиться ресурсы, мы будем побеждать, хилиться в доме. А пока нас нет дома, у нас вечно фит будет. Блин, сколько же тут всего? Я начинаю добывать. Давай. Так, одна банка есть. Ну, в мусорках банки вообще, ну, стоп. Угу. По крайней мере, рецепты мы тоже изучаем. Я изучила рецепт большой аптечки. О, здорово. Большой ящик сейчас прилетит. Да, большой ящик топчик. А, это медведь. Я думаю, кто-то попал. Привет, коротышка. Дела нормально? У тебя как? И чуваки такое ощущение, что просто бегают, убивают. Они даже
Ничего да, блин, не лутают. Мы еще у такого места броню нашел. Ну нам нужно будет. Да он что меня, блин, просто снайпит что ли? Пошел ты, медведь! Он про... Большой ящик нашел. Все, оттаемся. Чисто этим. Рецепт есть? Да. Хорош. Че, как там с медведем дела? Раст монитор бот какой-то зашел к нему. Да медведь убил меня. Я врезался в одного мешка, медведь меня убил. Врезался во второго, он туда прибежал. Стрим снайпер саный. Бан медведя. I'm friendly, hello, motherfucker. А можно написать day, day, появится day? Да блин, опять ваншот словил. Ладно, все, банки. Марс банки. Ну они, кстати, запарят сломать даже обычную эту стену. Да ты чё, сука, на тебе, блин. Опять медведь? Нет. Мазафака, на! Fucking noob! О, 400 дерева, благодарю. И камень отдаю. Толку-то только. На такое место реально надо приходить уже с ресурсиками, быстро втыкать дом и уходить. Может где-то в лесу около первых мешков организуемся и наберем где... Нет, давай банки наберем, как только наберем, так сразу этот... Ну, там все снаружи что-то много. Уйдем просто бегать в лес, нарубим дерево, вернемся и сразу дом впаяем нормально. Ну там, блин, просто сейчас народу много это бегает. Мы, в принципе, в лесу можем с луками коней поубивать и с них тоже печку сделать и те же это... Нам надо-то всего лишь по 3 баночки с каждого, одно 4 мы. И нам все хватит. Когда день? Звучит просто. Да, день бы не помешал. Что так долго? Ребята, кто может похвастаться чем? Вот я сегодня бабушке помог. К ее другу прийти. Через дорогу перейти? Ну, практически, да. Через много дорог, я бы сказал. Взрывчатку нашел. Я тоже. Ага. Да неужели? На самом деле, когда полочки есть, это уже хорошо. Маленькие ящики-то еще сломать потом можно вот. Блин. Меня нашли. Где тебя нашли? Изучил чертежи. Успел. Рядом с нашим домом. Там вообще, они нон-стоп там бегают. Угу. Вот, чуваки, видишь, первые залутались, бегают с арбалетами, фанятся. Так тут арбалетные трудно найти. Ну да. Ну у меня, считай, два было уже, если бы я их не нафидел. Правда, я нашел их у человека, но... Блин, какие кабаны быстрые стали. Раньше можно без шифта за ним бежать, а сейчас он даже на шифте... Да сука, стой! Все, суицид. Нарежу вены. Нет. Так, слушайте, у меня есть 1300 дерева. О, лол, это что, вы видели? Где? Тут, короче, два лося, это как будто спаривались. Они даже кричали друг на друга, по-моему. Видели. Я, по-моему, им это немного помешал, ну ладно. Так, ну что, я могу, в принципе, принести дерево, и мы обустроим, типа, до конца. Ну, у нас... Нужны у нас, это, для кодового замка 100 металла сначала. Там кто-то уже с пистолетов полуавтоматического стреляет. А пока деревянным не можешь поставить дверь замку? Не надо. Нет, его потом не снимешь, на это же этот немодерированный сервер. Ты потом запаришься его снимать. Блин, типа ремонтнуть нельзя, да? Вообще? Да. Там медведь, посмотрите, просто на спидах несется кого-то жрать. Блин, вот бы он кого-нибудь из этих парней с ведрами съел. А я бы полутал. На самом деле, Кирилл приставал к бабушке, которая стримила раз. Не, не приставал к ним. Не, там реально медведь не даст полутаться. Кукуруза. Чё у вас по банкам?
Говорят, что замок можно снять, как и дверь, но я что-то не знаком с этой магией. У меня по банкам ничего пока. У меня осколки всякие есть. Ну, посветлело хотя бы. При этом, ба. Пишут, что дверь замком можно спокойно снимать. Но никто не пишет, как это ракету сделать. Ракету нашу. Ну, типа, там Е зажимаешь, и снять замок потом. Е зажимаешь, типа, взять дверь. Как-то раньше делалось. На модерированных, конечно, на этом не знаю, но обычно ну, так. Можно попробовать. Но... Броню нашел, вверх, вниз, деревянный. Hello, I'm friendly, and you? Зачем нам банки, чтобы фрагменты металлические получить из банок? Печки. Be friendly, wow, what the fuck? Yeah, me friendly, and you? Ай, арбалет у меня украли! Сволочи. We should all team up against the geared guys. Yeah. Revolution, guys. Start the revolution. Мы не будем рабами. Мы не будем рабами. It's my beer. It's my beer. Run away! Run, guys. Run. Revolution was end. Там охренеть, там 5 чуваков с этими луками бегает. 5 просто, не 5 с арбалетом. Мы будем рабами, только не убивайте. А, блин, плохо. Меня сейчас убьют. Да тут просто, Максим, ты, я не знаю, ты можешь на секунду стрим глянуть. У них там спецотряд, просто человек 50 бегает, наверное. Ну, да, блин, наш а, твою мать, нифига он снизу где-то знаю, появился. Зачем вы там бегаете? В смысле, а ты где банки ищешь? В лесу? Вот, нет, здесь вот с краю прямо аэропорт. Ну да, ну вот меня с краю гонит 5 человек тут. И медведь мать, еще. Твою мать. Не, ну как? Да что-нибудь дайте попить, пожрать. Ядрить, колотить. Ой, я живу. It's my loot! А че сейчас выкинула? У меня была кукуруза. It's my loot! Thank you. Блин, ребят, я тут живу кое-как. О, шприц нашел. Я лутаю с края тоже. Они просто носятся, они даже, чуваки, походу, ничего не лутают. Они просто носятся по всей этой, блин. Печку. Еще один рецепт медицинского шприца. Большую печку. Ну, это совсем на лайк. И две у меня этот есть. Банки. Банки, да? Надо, ты, блин, у аэропорта лутаешься, Максим. Вот что у меня чуваки подсказывают, ты в другое место просто ушел. Не-не-не, я у аэропорта лутаюсь. Ну. Где у нас первые эти? Я тоже тут. Ты бочку рубишь? Нет, я бегаю с ним. Тут народу, я не знаю, как ты говоришь, что, блин, никого нету. Тут просто... Пиздец. О, все, эти уроды сейчас убегут, короче. О, один настоящий шприц. Я думаю, там двое. Вот сейчас эти уроды на аирдроп улетят, и мы полутаем банки. Блин, тут симулятор бомжа просто собрать банк. Кодовый замок нашел, пацаны! Да ладно. Давай, да, давай, все, давай, все, давай, сваливаем, я сваливаю. Давай к первым мешкам, первым мешкам. К первым мешкам бегу, все. Черт, у нас просто даблкил, блин. Все, отлично. А на металлическую дверь сколько нужно? Да блин, поставим пока нормально. Мы же можем потом обдать или не сможем? Поменять? Ну говорят, что изи. Ну что-то. Ну да, нормально, нормально. Говорят? А, там с дробовика Максим стреляет, прям там где, вот около дома твоего соседа. Я бегу к первым мешкам. Я около первых мешков уже, да. На крайняк мы можем, знаешь, деревянную дверь поставить. Так мы так и сделаем, у нас другого варианта нету. Мы потом просто поставим эту дверь. Да, две двери. Так, все, я, Максим, тут под лэб прям стою. Вот, слева от дома этого чувака, около лэб. Я просто не помню, где точно. Иду под лэб. Вот, вот, это ты? Вот это я. Это я, все, валим. Давай. А что, здесь будем дом строить прям? Давай вот здесь вот. Или обойдем к тому? Или с той стороны? И мне кажется, здесь нормально. Там кони. А я, кстати, тут начинал же дом строить. Пойдем глянем, что с ним. Тихо-тихо, кто-то рубит. Рубит. Начинал. Валим, валим, валим. Вот, он один. Ну, у меня кодовый забак. Я его ваншотом кикс. Давай. Кирилл, беги оттуда. Минус. Твой. Максим. Хорош, раздевай. Да. Ой, Максим, беги. Уходим. Я возьму на себя, Кирилл. Максим, блин. Я уношу замок.
обходи. Я еще хотел спросить, где вы, кого вы там увидели? Ну, просто Кирилл сказал возле дома. Ну, мы и так возле нашего, это же первыми. Да, я вроде убежал. Блин. Они вон... Опа. Нет, я убегаю. Все, я убежал. Я в кусте сел. Да ёб твою Машу, да сколько можно? Ты жив? Да, я... Ой, я и более чем жив. О, у меня еще рецепт есть. Патрончики пистолетные изучил и говно изучил. Посмотрим, может быть, пригодится. Кирилл, могу предоставить адекватную информацию по расту. Если есть желание, обращайся http://tmchmunity.chom/its/fox123. Короче, все, у нас спасибо, сейчас дерево. Что нам ничего. Здорово. Только дерево. Спасибо, Алексей. Ну у нас сейчас все нормально, пока не. Это, мы просто, видишь, развлекаемся. О. Опа! Ну, я вообще могу от голода сдохнуть, если ну, честно. Ну ничего нет, ну ты че, чувак? Давай отойдем куда-нибудь подальше, так что нарубим дерево спокойненько. Вернемся сюда, поставим дом. Потому что здесь мы. Давай, точно... я. Ну куда отойдем? Подальше от экшена, так легко подальше... сказать. Я иду сейчас к тебе, мы сейчас пересечем речку, и там, в принципе, никого. А, ты мониторишь, да, где я? Ну давай, беги. Я не мониторю, где ты, но я примерно знаю. Я, короче, вот куда убежал, вот туда, вот там я. Ой, ребят, тут минус один. Смотри, я где я убил Настю сейчас нахожусь. Вот оттуда беги между двумя реками, как бы вниз. Ой-ой-ой, тут скиркой какой-то, чувак, он меня бьет! Ты умер? Нет, я мансую. I'm friendly, don't worry, I'm friendly. Блин, ребят, сколько мы уже играем? Мне кажется, минут 40 есть, а мы не можем дом поставить. Ну, да, потому что тебе не модерированный один раз ударил и дом поставил. Максим, за мной чувак с киркой бегает. Я, к сожалению... Я между двух рек ищу. Ну, он меня бьет. Максим, кодовый замок. О, вижу его. Бегу за тобой. Максим, кодовый замок! Беги, Ерил, я сейчас... Ты вокруг этого, да? Да, я мансанул. Это вот. Я. А и? Это он, вон это понял, он. Понял. С кирка вижу. Да он нас обоих завалит, у него кирка, это уже не совсем. Я упал. С первого удара упал. Блин, я тоже не уснул. Да это тупая идея, я говорю, у него кирка, зачем? Просто бы убежали. Максим, короче, просто кодовый замок похоронил. Так. Все, пошел еще искать новый, короче. Блин. С вами дом так тяжело построить, просто. Мы хочу по хардкору играем или нет? Нашли, вот сейчас нашли банки, все, ушли куда-нибудь далеко отсюда. Это ты. Давай убей, давай его. Не давай, я хочу. Я тут ничего. А что я мансовал-то? Я мог и сам убежать. Ой. От него. Все, лутаем, короче, эти банки. И может кто-то просто дерево порубит, чтобы сразу дом уже был, а мы туда просто замок поставили, когда он будет. Это конь. Все, я сейчас налутаю, короче. Блин, от меня тут косу. Блин, мне бы еще один лук, я бы опять это как бы удвоился. Изи с луком в прошлом удвоился. У меня упал лук и 5 стрел, и там вообще изи было. О, я мину изучил, Максим. И одну банку. О, я придумал, можно же у других бомжей спрашивать банки, типа. Они, может, не знают, они ЛС, типа, не знают, для чего банки нужны. Ага, так он тебе делал. А как банка называется по-английски? Банка. Не, серьезно, банка. Пустая банка. Empty. Блин, empty хрен знает что. У меня три банки уже, кстати. Три банка. Empty. Замок нашел. Кейн, да, точно. Две банки. Все, чуть-чуть. Рецепт гитары у меня есть. Guys! Hey guys! Блин, столько бомжей вообще. Hey guys, do you have empty canes? Empty canes, please. Три банки. I need empty canes, please. Someone. Can give me someone empty canes? Спасибо, Милоша, да, есть в морозилке мороженка. Это реально, блин, просто аборигены голые, неграмотные бегают. Empty canes. Wow, it's empty canes. Wow, thank you. What? Что там? Can someone give me empty games? I'm collectioner. Он мне дал пустую банку. Бомж какой-то. What?
empty cane. Empty cane. It's from... No! Ah! Fucking bitch! Come on. Bastard! Bitch me. What? I have rainbow. Тупое пидрилко! Ой, а че я бью-то? Господи, сколько ж тут трупов? Блин, неудивительно, что все равно кладет. Невозможно убежать. Да урод, нет, почему не привязался ко мне? Вообще никак, он чаржится просто как это. Ой, ребят, тяжело будет нам построить дом. Да господи, ну тут столько бомжей, это жесть вообще. Вы видели, сколько трупов в ангаре? Вот из-за этого лаговать начинает. Я нашел 4 банки, сейчас заберу. У меня тоже 4 банки. Я, кстати, может, в твой тайник сейчас их спрячу. Реально, если до него добегу, положу их туда. Вообще, вон тут я вижу туалетики просто, а двуслотовые с этим, с ключом. Кстати, вот, наверное, к этому, вот этого чувака убил с этим ключом. Так, ну я вроде помню, где твой тайник, сейчас я туда попробую кинуть. Как можно деревянное копье одну минуту целую сделать? Friendly, don't worry. Ну блин, в реальной жизни за сколько бы ты справилась? О, двойные ящики! За 2 секунды. Да, у меня чего? Есть. Рецепт двойных ящиков. Все, Максим, я нашел. Найс. Рецепт двойных ящиков нас нашел. Хорош, Кирилл. Спасибо. Тут че, медведь, я около я сейчас тоже принесу это. Около твоего тайника медведь бегает. А ты его прям в кусте поставил или перед кустом? В кусте. Ну, блин, я его хер найду тогда. Блин, тут еще медведь. Я новый тайник могу сделать сейчас. А в том тайнике что было? А там ничего не было. Он ничего не положил. Давай, я на том месте, где был тайник. У меня 4 банки. Я типа хочу засейвить их. Да урод, ну че ты пришел-то? Горю. Я лутал свой труп, он пришел, мне ваншот. Кирилл, я иду к тайнику. Давай, просто покажи, где он, и все. Я просто что-то вроде помнил, а вроде что-то не помню уже. Четыре банки потерял. О-о-о. 4 банки, понятно. Да пофиг, у меня 4 есть уже. Вообще там реально, там столько трупов лежит, можно костяную дубинку сделать. Я сейчас не дойду до этого. Парень с луком пытается меня убить. Блин, ладно, я сам попробую поискать. Не, дохожу. Не, оставил. Я что-то боюсь, ты сам не вспомнишь, где он. Не, я помню. Косуля, ты где? У меня голод, извини. Но тебя придется убить. Ох, побежала. Ну, остановись. Вот я подхожу. Вот я рядом с тайником, ты где? Я вон. Так ты еще не подбежал. Он перед домом прям. Перед нашим домом. Да? Грибочки. Где ты? Я вот, около нашего дома. Ну, вход где? Я не вижу, я перед входом стою. Вот он. Прыгаю. Я. Вот. Вот, иди сюда. Вот он тайник. Где? Ребята, охота на косулю. Все, Максим, пойдем выложил. Дальше. Да, пойдем дальше банки искать. Бомжи, блин. Интересно, я если так подумал, ну, реальных бомжей тоже свои тайники могут быть. Надо поискать потом. Все, извините. По Челябинску. По Челябинску это закладки называется. Это у наркоманов. О, наверное. 2 пустые банки. 2 пустые банки нашел? Да. Ура! Вот это куш, понимаю. Еще банка, еще одна. Все, я дальше пробегу. Я еще одну помойку вижу. Сейчас еще соберу. Так, получается 6 банок уже. Надо уже костер рядом грибы развести. Грибы-то нормально так восстанавливают. Да, грибы нормальные. Еще одна банка. 2 банки у меня есть. Еще 2 нам надо. А там из этих маленьких поменьше, по-моему. Опа, я вижу свинку. Хорош. Там она сейчас разовьется до многоэтажки, пока мы тут банки собираем. Ой, еще грибочки, ребят, все живу. Блин, реально, аэропорт, видимо, лагует из-за того, что там трупов много. Мне просто... вообще ничего не лагует, никакой просадки нет. Ну блин, у меня эксплит еще запущен. Какая вкусная жопа. Точнее же. Симулятор жизни в Златоусте. Откуда там банки? Это кто-то Тёмка написал? Нет.
Банка из-под тушенки 15 фрагментов, из-под тунца 10. А у меня, кстати, из-под тунца 4 банки. Все, еще одну банку нашел. Хватит, наверное. Ну, вообще должно хватить. Нам только надо сейчас 100 дерева, чтоб развести. Кастер. Ребят, пришлось свинку убить, извините. Приоритет только дерево. Найдем дерево и выиграем игру. Выиграем игру? За мной парень. О, у меня за мной пройдем парень. Игру до конца. У меня банка одна. Косуля. Ну, чтобы шоу. Остальные банки не пострадали, Максим. Я понял, я увожу его. Привет, Гин. Короче, у меня рецепт железного топора есть, я нашел. Это очень круто. Ну, это приятно. Спасибо, Сэй. Хоть мне проключила, значит, косуля. А, нет. Ага! Настя бы не помешала неподалеку отсюда, пока мужики банки пустые ищут. Ресурсиков порубить, мне кажется, мы уже скоро готовы будем. Я как бы ресурсики-то... О! Вау! Джекпот! У этих чуваков дверь... тут еще одна дверь. Черт. У них вынесли дверь, короче, деревянную. У них там дальше еще одна деревянная дверь. Кирилл, я как бы ресурсики рублю, но появилась вообще в другом месте. Да, у тебя же 2 или 3 мешка тут есть. Ну, они у меня были... У меня волк сагрился, потому что... Сейчас рядом с тайником умру. У меня 40 ткани. Умру рядом с тайником. Мне типа было КД на двух мешках, потому что меня какой-то ЛС в спину убил, когда я дерево. Ты же понимаешь, убила. Что тебе придется потом либо найти путь, либо все равно умереть. Да, я знаю, что мне придется найти путь. О, я вижу этого волка, кстати. Ни хрена, он тут носится по поляне, такой довольный пес. О, еще одна банка, Максим. Не, ну банок должно уже хватить. Все, тогда что, уходим куда-нибудь отсюда? Давайте пересечемся там, где дом был, и уйдем куда-то в лес. Блин, а если бы у нас еще железный металлический этот замок был, мы бы дверь поставили сразу железную. Тяжело пересечься. Это ты, Максим? Не-не-не-не-не. Лук, отлично, нашел лук. Все, уходим куда-то, блядь, сейчас я приду. Блин, ребят, в чатике подскажите, как залогиниться, чтобы карту посмотреть, где я нахожусь. Давай, к банкам бегу. Нам надо 100 дерева, Максим, и переплавить там. И опять прятать, по-прежнему. А зачем 100 дерева? Костер, а где мы банки переплавим? А, ну это... Да. Давай, может, блин, может сразу наберем на это, на железную дверь, просто у этих чуваков, вот у соседей, вынесли эту. Ну давай, давай. Деревянную. Давай, ладно, сколько это еще банок? Ну, еще столько же, наверное. В принципе, нормально фармиться, вроде эти педики ушли отсюда. Тогда фармим. Сейчас я... О, коняшку вижу. Мне вообще стрел бы сделать, у меня лук появился. Я бы начал людей уже убивать. Как же мне вас найти-то? Подожди, когда это и все. Банки можно и в костре поплавить, ребят. В этом нет, как бы нет, и... Кажется... Всё, это... Да еще 2 банки есть. У меня есть дерево. Ой, этот. Ой, я могу гитару сделать. Может, меня не убьют люди, если я гитару сделаю. Ну, он дешевый, кстати. Несу банки с вами наш. Ребят, есть? Вообще, днем даже... Опа. Может, как-то по карте можно сориентироваться? Ну, можно попробовать. Ты себя найдешь как-то. Ну, я вот вижу, у меня тут снежная эта горка, и тут 2 лужицы такие. Ну-ка, ща посмотрим. Давай, ищи лужицы на карте. Че поищем. Снежная... О, я нашла себя. Снежная чувак горка, пишет, я забрал лужицы. Банки из тайника. А, Кирилл, а где вы находитесь по карте? Около аэропорта. А как он обозначен? Не-не, ничего не забирал, все банки здесь. Ты бьешь там что-то? Не-не, я слышу, кто-то бьет. Кто-то я рубит, навожу, да, это они я подписаны. Вот. Я вот прыгаю, наверное. Он рубит дверь, что-то рубит, кекс. Можно сверху зайти? Так, давай посмотрим, что-то. А, не, нельзя, скрыто. Так, скажите, да, мне как... А, может, вот, аэродром. Может, сломаем? Нам нет? Не бежать до него. Не сломаем. А не сколько не там? Ты еще сама сошла. Нашла, Настя? Да, нашла, нашла. Так, я костер сделал. Еще 2 банки. Костер короче, сделал. Нам хватает, по-моему. Банку случайно. Суслик, отстань. Все, иду. Давай прям тут костер я рядом поставлю. Вот так опасно. Давай отойдем, где будем рубить дерево. Блин, я уже поставил его. Ну ладно. Давай в тайник. Просто мы сейчас будем плавить, кто-то придет и все. Я в тайник убрал еще 2 банки. Все, давай просто дозорными будем работать и охранять нашу банку. А как мы будем охранять, если они придут и все сломают? Там какой-то чувак голый с той стороны, с которым я только что... Он ладно, убегает. Все, аккуратненько. Убегает, убегает.
Мне бы камень какой-то, поищи камень, я стрел бы себе сделал. Мне камни надо. У меня, так там в тайнике же много камня. Обычного камня, разве? Да. Лол. Сейчас возьму. Блин, кекс, опасно вообще тут. Тихо, тихо, банки плавим. Наш лут. Банки плавим. Потом уходим, смотри, видишь, гора, вон там. Блин, не знаю направление. Снежная гора-то? Да, да, снежная гора, вот туда уходим. За вот эту маленькую, между маленькой и снежной. Вот, сзади! Ухожу, ухожу, он на меня согрелся, ухожу. Все, Максим, прощай. Все, вас убили, что ли? Не, Максима убили. Все, сейчас. Баночки жрем. Сколько переплавилось уже? 25 металла есть. Иду обратно. Так, короче. Сделай пока костюм. Лол, он согрелся за меня заново, лол. Да, бежал оттуда. Бывает. У меня такое с медведем было. Ла. Слушай, да. Максим, тут реально, походу, хватит на это. На дверь? На дверь. Тут 2,7 банок и уже 50 материалов. Нормально. Это в теории 30, это 7, 150. Не, не хватит. Ой, я резнулся прям. Да он опять агрится. Уж третий раз. ЛС. Ё-моё. Так, Настя, у тебя там что? Бред вообще. У меня все отлично, я как бы нашла вас по карте. Далеко ты от нас? Кстати, а этот домик-то еще почти жив, мы можем в нем и начать уже это. Он его даже не стали ломать, вот это в скале-то наш. А, давайте. Так. Максим, кто-то бегает тут. Я далеко, меня волк три раза сожрал. Это волк, это волк. Хорошо, что я услышал его. Мне надо свалить от него. Он Блин, волки какие-то стрим-снайперы, походу. Да, есть такое. Несу банку еще одну. Сколько мне? 4 стрелы. Блин, если я промахнусь, я его не убью. Блин, симулятор сбора банок. А он, кстати, на фундамент не залазит, если что. Так что можно... Ну, на фундаменте мишка нет. Никто не залазит на фундамент. Даже стрим-снайперы. Они тупые. Они такие думают, ну, что это за маги? Уа! О, труп с банкой. Так, все, Максим, я ушел гулять. Я, короче, 100 переложил в тайник. И там еще 4 банки, 5 банок плавится. Короче, нам еще надо 100 материалов, и мы сможем железную дверь построить и сразу открыть ее. Давайте, Настя, тогда давай к нам телепуйся уже или беги. Надо эту железную... Ой, наш дом надо улучшить и быть готовым к постройке железной двери. Потом мы просто зайдем и построим. Я как бы потихонечку-помаленечку к вам двигаюсь. Я тут давай, давай, давай. От голода умираю, это... Давай, давай, разби, разби. Ну, а еще у большинства деревянные двери стоят. Мы даже будем более профессиональны такие. Тут домиков уже рядом, реально, тьма. Будем воевать. Но мы будем самый сильный клан этого сервера. Будем клан банан. О, еще 3 банки, лол. Я тоже несу. Это у меня получается 20-45 материалов, по-моему. А, не 45, 35. Блин, еще арбалет хочу найти. Ты рубишь это. Бочку бью около щитов. Да, 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 да. У меня 2 банки. Блин, я уже 3-й рецепт найти. Уже рецепты бесполезно крафтить за 20, я вообще все помню, изучил. Да. Ой, волк бежит. А, нет, не бежит, идем. Это я. Да волк, а не ты. О, ежевика. Ням-ням-ням. О, меч! Отлично, я буду воином. Так, что там у нас по этому? Блин, того чувака что любить? I have low HP, don't kill me. Low HP, and a lot of loot. AK-74. 150 мантипляров, кекс у нас. Я еще сейчас банки несу. Я пока покосил костер, чтобы... О, деревянные щитки на ноги. Так, я потихонечку к вам двигаюсь. Себя по карте-то я вроде нашла. Поэтому я бегу, ребят. Ой. Еще одна баночка. Блин, как интересно искать банки. Ну, я бочки нашла. Тут в дырку можно пролезть, если что. Хм, отлично. Узенькая. Большая печь? А, нам большая. У меня большая печь есть.
Вообще мы, кстати, можем передумать пока и там дырку поставить с той стороны, где ползти надо реально. О, еще три банки, все, Максим, я. Мы можем вообще большую печь тут внутри этого поставить, может, внутри скал и оградить. Не, не, она хреново ставится, она ей там вверху много места надо. Все, я несу, это ты, Максим? Это ты? Да, 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 это я. Придумал. Я несу волк, еще шесть банок. Где волк? Ага, вижу. А может попробуем? Ой, нифига себе, он мансует. Я какие-то пульки изучила. У меня четыре стрелы, попробуем убить его? Не, не будем. Ага, хорошо. Ребят, банку нашла. Я его переагрил. Переагрил, кекс. Ну, ну, ну! Готово! Лежать, псина! Дай стрелы забрать. Что-то это не забирается. Что-то ведро. Все забрал. Так, ребят, если что, я с ведром на башке буду. Че, ну, я могу крафтить пока потихоньку, замок, может? Крафти, прячь его, да, конечно. И дверь надо заранее скрафтить, и уже дерево надо нарубить, на самом деле. Так, сколько для замка надо? 100 материала и там дерево. Блин, не могу. А, там 400 дерева, о, не, места нету, где дерево. Тогда я возьму камни чуть-чуть, дерево, чтобы сделать себе молоток, и пойду рубить. Блин, сколько же воды, бесполезно. Ой, я в той сторону бегу. Вот, давай здесь дерево рубить, давай, честно. Давай, давай, мне еще на стрелы надо сделать просто. Я нашла самодельный молот. Прям настоящий молот или изучи... Самодельный молот, изучи чертеж. Металлический молот. Рецепт, нет, рецепт такое. Рецептов-то у нас много. Че толку? У нас двойные ящики есть и двойные полки уже. Мы, может, уже тот дом по чертежу сможем построить? Давай лучше тот дом начнем. Ну давай. А где его построим? Где-то рядом здесь надо. Да где-то рядом, прямо в этом же месте. Ну давайте, кто-то уже помнит, какой строить? Как, помню, что-то который построить. Какой? Ну тогда я тебе свиток дам, построишь. Блин, стрелы, две стрелы, 20 секунд делается. А ты крафтишь, да? А, не, не крафтишь. Там банки плавятся, кстати. Там надо выключить. Я пойду за костром следить. Чуть-чуть порубил дерево. Нам уже надо, ребят, построиться, закрыться. Нам надо там... еще камень потом добывать. Мы сейчас построим деревянный дом, апгрейдим до деревянного. Ну это потом, главное закрыться уже, и все, уже будем грейдить потихонечку. Арбалет okay. Нашла. О, это хорош. Не рецепт или рецепт? Нет, не рецепт. А, да, рецепт, рецепт. О, замечательно. Изучай я... сразу. Я его изучила. Красава. Все, там еще 75 железа. О, ну нам почти хватает, нам 20... А, стоп, там 75 и 2 банки. 90. Не хватает 10 железа нам. 10... А там железо нельзя плавить? Твою мать, меня бьют. Нет. Сейчас попробую банку найти. Ой, Максим. Ё-моё. А тут аж двое, блин. Что я сделал? Ой, забей. Что я сделал? Тебя гопнули? Я нажал спрятать. Ой, тут стрелять с автомата. Ребят, что могла, то изучила. Арбалет изучила. Хорош. Максим, баррикад, я нажал баррикад. Спрятать нечаянно почему-то. Я нажимал на костер, у меня спрятался тайник. Я появилась рядом. Я не знаю, куда он делся, Максим. Я появилась рядом с это с вами, типа да идем строить в скале. Господи, на меня волк напал. Ни хрена. Что я сделал, ребята? А, а не все нормально. Охренеть, он теперь спрятанный, Максим, его теперь не видно. Кого? А нет, ну короче его. Фу. А где мы строим? Я чуть не обоссался. А, ну что, между скалой или все-таки где-то рядом вот этот по рецепту будем? Решайте. Ну, можно, и... можно в скале, можно рядом по рецепту. Давайте в скале, но только аккуратно, там в скале сейчас волк бегает. Там реально, Максим, короче, тайник можно спрятать, потом походить по нему, и он появляется, я так понял, прикинь. Я его спрятал, он исчез. Ну, блин, Максикам, такие советы у тебя интересные, но я найду, естественно, я изучу. Я ж не могу прям целенаправленно ее искать. Так, а что в приоритете, дерево или камни? Дерево, дерево. Нам надо дерево. Просто застроить дом сейчас деревом и все. Прикинь, тайник можно было закапывать еще, оказывается.
Я курочку вижу, бегает там. По поле, на ты на поляне кур бьешь? Что? Ой, нет, я понял. За мной, ребята, всем пока. Или что они делают? Это вы вдвоем там? Hey, нет, я одна, я бью дерево стою. Beaver Knight! Гопники. Да, за мной тоже два гопника. Beaver Knight 11, спасибо большое тебе за подписку. И поддержку. Блин, тут у аэропорта вообще лаги жесть. Чувствую, я не взлюблю я ПВПшки тут. Можно хотя бы, знаешь, основание дома поставить, но стены, основание, апгрейдить их, и все равно ломать никто не будет. Даже да, если... но кто-то зайдет и закроется там, как это сделали в другом доме. Так что надо сразу это все закрывать. Но я еще баночек нашел. А, там, кстати, одна недоплавленная, там хватает ресурсов, там вроде одна в костре недоплавленная. Итак, еще раз спрашиваю, вы так и не ответили. В скале или выходим за скалу? В скале. А я хочу выходить. Может, сначала построим уже стабильно, а потом вот этот? Ну давайте тот дом построим, блин, маленький, компактный. Ну у тебя сколько ресурсов на него, например? Я коплю. Бью сейчас. Ты сейчас, блин, накопишь, тебя опять встретит кто-нибудь и докопишься. Давайте уж построим в этой скале, потом переедем, чего? Нормально-то место. Ну чё? Сейчас, подождите, я тут чуваку объясню. Так, ребят, я отобрал арбалет, по-моему, сейчас. Вот. Хорош. Это спасибо тебе за это. И три банки. Банки, сука, самая ценная. Нафиг мне эти бутылки, блин. Кто только что бочку сломал? Не я. Я далеко, я в краю аэропорта, типа. Я типа какого-то убиваю рядом с нашим этим. С хроном. Он выкидывает рядом с нашим этим бегом. Сейчас будем дерево рубить. Я рублю уже дерево. Ну нам уже хватает, по-моему. Все, я бегу, короче, через другую сторону аэропорта домой. Наудил я арбалет опять в ЛСик. Давай, давай, беги. Смотришь на место, где спрятан тайник в течение 3 секунд, и он раскапывается. Вы представляете? Да ладно. Вот это тайник как тайник. Ну, правда, на стриме. Вот такая. Блин, где тут курочка бегала? Где-то курочка в скале. Все, я бегу, ребят, домой. Давайте это. Давайте, я тоже бегу. У меня пока 1228 дерева. 1228? Да блин, это нам хватит уже дом догреть, наверное. Надо уже крафтить. Давайте сейчас. А, нет, нам же там 4. А, на замок сколько там надо? А, 400. 400. Шкаф 1000. Да на шкафы потом закрыться надо. А, ну хотя на этот шкаф, блин, точно. 300 дерева на дверь, 400 на замок, 700. И 1700 нам нужно только. Ой. Френдли! Ой, что-то я немножко потерялась. О, конь. Полях ему. Ну, а где еще? Ребят, коняху за... Я просто топором коняху за это догнала. Так, это я не по кому-то из вас попал, надеюсь? Нет, нет, я за коняшкой бегаю. Кирилл, где наш самый первый домик был? От него куда бежать? Я что-то потерялась немножко. Ой, там... Сейчас, подождите. Сейчас, подождите. Кто-то строится тут. Да как, ему два раза с арбалета попал. Что он когда падать-то собирается? Там вроде не особо так далеко бежать. Коня жалко. А меня он не жалко? Ты? Он... А, он выкинулся. Тут, короче, какие-то чувачки рядом строятся. Я рядом, Кекс, я рядом строю. Это ты? Да. Они, смотри, строятся тут рядом. Настя, ей тяжело объяснить, короче. О, эту, давай зарубим свинью. Давай. Сука. Бах! Чингачкук. Ой, блин. У тебя тоже арбалет? У меня два. Ничего себе. Вот я мудак, я топор выкинул, теперь не найду его. У меня есть топор. Ну я понимаю, но я тоже хотел бы топор, чтобы помогать вам деревья рубить. Короче, Настя, а тех мешков... Блин, я даже не знаю, как объяснить, там нет ориентира. Просто по лэп, по идее, бежать... Так
Какой лэп? Что такое лэп? Линия электропередач, здравствуйте. О, еще один конь. Давай, короче, это, Максим. Иди сюда. Настя, если ты далеко, нам нужно уже это, тебя тогда... Ай, блин. Ой, да, блин. Я нашла. Там чуваков, опять эта толпа прибежала, там их опять вообще 5 человек. Максим, надо валить, короче, затихариться где-то. И ты, Настя, аккуратно. Там а прям... Дерево рип. Тебя нашли? Да тут двое бегают. А ты где сама? А я бегу в нашу сторону. Они меня вроде не увидели, я Мансю тут. Да, я в вашу сторону бегу, вы там обстроились немножечко? У нас дерева нету. Я бегу с деревом, по идее. Я 1000 дерева положил в фактаник. Так а ты бы взял, замок уже начал провакать. Я боюсь, что рипнусь. Ну давайте сейчас вместе тогда соберемся, большая. Я на скале в нашем доме, над нашим домом. Блин, там, короче, опять человек 5 бегает просто и фанится. А вот возле нашего дома? Нет, она в аэропорту. Опять фризы. Да что такое? Что за дерьмо, мисс? Блин, у меня уже слов не хватает на это. Берешь компьютер, чтобы ничего не лагало, а у тебя все лагует постоянно. Смысл, ну, компьютера. Факов! Ну, попал, урод. Ну, меня эта игра добьет скоро. А почему ты где-то рубишь дерево далеко от нас, Настя, а не около нас? Я не рублю дерево далеко. Я могу по фасту построить. У меня кулдаун, я появилась возле нашего дома, меня собака сгрызла. Загрызть его. Так, сейчас. Ай, страля. Короче, где вы? Мы около нашего дома все еще. Все, я тоже около нашего дома. Я слышу, как ты появилась с этим звуком. А ты со свитком этим бегаешь? Да. Давай я здесь поставлю сразу. А, ну давай, начинай тогда. Ну блин, если нас... Ну короче, не знаю, я по скале сначала построил, ну давай. Мы где? Мы в скале? Мы нет, а он перед скалой. А, вот, вижу, нашла вас. Нам дерева не хватит сейчас. Пойдем дерево добывать. Как у него было? А не видишь, там начинают опять бурагозить эти, я не знаю, что мы им сделаем. Лук тебе надо, Настя? Не, пока мне не надо лук. Задница. Там кто, Максим, какой чувак рядом с тобой гуляет? Это Настя? Нет, не ты, да? Нет, я бью. У меня два арбалета, где он? Все, я убил его. Да вот же стоит перед тобой. Информацию, на... это шпион какой-то. Так, киянка есть. Да ё-моё. Че, мне сразу грейдить фундамент? У меня, ребят, тоже не лагает вроде. Пока что. Были дропы, но... Они вроде пропали. Так, а сколько арбалет сносит, интересно, вот этой стене? Говорят, что... Один хп арбалет сносит. 200 выстрелов. Посмотрим, может быть пригодится. Кириллыч, теска моя. Когда будешь брать топ-10 армы Battle Royale? Патриарх Кирилл, спасибо большое. Через недельку где-то примерно, через недельку. У нас сейчас перед Манилой Раст, потом Максим уезжает на Манилу свою. Я че бью? Блин, по голове хотел. Что такое? Опа! По мне попали со стрелы. Ой-ой-ой, там, по-моему, опять много этих пацанов бежит. Максим. Сюда идут? Ну, не знаю. Я бегу, не к тебе бегу, но они за мной бегут. Ага, вижу. Толпой. Блин, вот аутисты просто бегают, по кепкам стреляют. Блин. Шли бы работать, лучше пивко пить во дворе, блин. Еще и впятером, главное, на одного, блин. Я пока отошел. Буду еще дерево пробовать. Камень этот подолбить, господи. Я не достаю до камня. Как убивать камень? Берешь камень, убиваешь. Что даже дальше слышишь? Я на него навожу, он промахивается. Ну, сложная игра. Сложно. Вот за нами люди бегут. Там сейчас опять всех поубивают. Надо сейчас прятаться. Я говорю, нам нужно домик строить, когда вот замок и дверь будут лежать готовые в этом. И шкаф будут лежать готовые в тайнике. Мы достаем оттуда, быстренько дом ставим, моментально сгрейдим и... Все. Эти чуваки сейчас не дадут нам тут, реально. Привет, сенсей.
Ну, у нас почти все готово, там только стенки оглядануть, все. Давай, давай. За мной вот эти чуваки бегают, я пытаюсь тут в скалу убежал. Настя, к дому не возвращайся пока там. Это тот со мной, кто-то рубит дерево. Это я. Если ты рядом с домом, это я. Я слышу, но рядом со мной еще чел бегает, прыгает. Вон они носятся, их толпа там, они с медведем воюют вон. О, медведь одного из них сейчас сожрет, кстати. Надо подкрысить, Кирилл. Не-не, их трое, они трое, все с дробовиками. Я ничего не подкрышу. Игра нормально? Ща-ща, мы из жопы выберемся. Посмотрим, может быть пригодится. Вначале всегда тяжело. Будете раз сегодня катать, да, по... Я прыгаю. Спасибо за стримы, всегда нравился твой контент. Это наш. Спасибо большое за 100 рублей, Поба или Пап. Я слепой, PDB, PDB. Ох, спасибо большое тебе. Там кто-то с арбалетом еще. А Дред на Манилу уехал. Его недель две, я думаю, не будет. Ни на своих стримах, ни на чужих. Только что на Рухале. Что такое Манила? Ну, турнир там в какой-то Маниле, я не знаю, что это такое. За мной какой-то челик, у нас ПВП с ним. А ты где, Максим? Недалеко от дома. Не знаю, может, я помогу. Чем-нибудь. Блин, он, конечно, минуту делает, но охренеть просто. А он с чем? Он с арбалетом. Блин, меня ребят просто зонят. Я отбегаю к вам, бегу, брат. Зонеры. Привет, пармезиан. Ты рядом с новым домиком, да, как я понимаю? Максим, да, я туда бегу. Меня с пистолета пытаются убить. У меня патроны кончились. Много их или он один? Один. Я два раза у меня попал. Я бегу. Просто живи, Мансуй, живи. Я тоже бегу, но я тебя не вижу у вас из домика. Я убегаю. А, вижу. Я... Ты кто, нигер? Убегаю. Ты нигер? Не да, знаю, он нигер. Я два раза попал, он убежал от меня. Ты с арбалетом, Кекс? Я бегу без рук бегу один. Я еще не там. Ой, там много их. Я попал в чувака. Если их там много, давайте не будем. У меня много всякой мелочи. Там все просто бегают. Убегаю. Я изучила шлем бунтаря и турель изучила. Хорош. А ты где нашел? Ёб твою мать, их тут возле, сколько? Возле бочки. Тут одна бочка была возле нашего дома. Нифига себе, у тебя бочечки попались. У меня хп на один удар, короче. Сейчас у меня минус, наверное. За мной кто-то бежит. Били. Хедшотом. Тут домчик. Ну, появляйся. Че, у меня дерево 500. Надо еще, да? Да, нам нужно на шкаф 1700 на это. Я говорю, тут их много, они опять вернулись сюда, я хрен знает, как мы сейчас построимся. Я тут вот добежал до дома. Они сначала за мной втроем бежали до последнего. Видимо, к вам еще кто-то пришел. Так, я вижу наш дом, вроде он в порядке пока. Это ты голый, Максим, лутаешь? Не лутаю, мы попали. Около скалы кто бегает? Это я вот прыгнул. Ага. За мной бежит. Я не вижу никого. С ветром. Далеко он был. А, все, понял. Так, ребят, на шкаф есть. На шкаф есть. Его надо скрафтить и в тайник положить. Блин, и вообще все в тайник. Ну, в смысле, там вот, Максима тайник. Вон там. Ну, давайте возле этого дома встретимся, и я скрафчу. Давай. В между гор, давай вот это, в него заходи, мы прям тут. Так, кто тут голожопит бежит? Мы стоп. Тут вдвоем. Ага, это ты, да? Да, аккуратно, вот здесь очень много народа. Да. Прям вообще тьма. Так, у меня 1:40 крафтится. Ну, все, крафтим, да. И он нас крафтит сразу шкаф. Шкаф. Блин. Шармали так. Я сейчас видосик гляну на секунду, как он там поставил. Ну, вещи. Ребят, всем привет на стриме. Извините, что я вам не говорю персонально каждому привет. И вы думаете, что я вас игнорю. Что с тобой, конь? Максим, минута. What the fuck? Ну, понял, как он поставил. Мне надо дерево чуть-чуть, чтобы... Дерево чуть-чуть? Сколько тебе надо? Мне надо дерево и план постройки, чтобы вот это вот построить. Ну, у меня дерево 300. Ну, и план постройки нету, да? У меня есть, у меня есть. На дерево. Давай план постройки. Я посмотрю, как он. Нет, не надо это, донатить, приходить. Ты где кекс? В дом старый пришел. Я здесь, я вот вижу, как вы забегаете. Где? Это помпа. Да сзади он бежит где-то. Где вы? Держите. Так, план постройки.
У меня еще банок тут 8 штук. Все. А почему ты типа женщина, но ты лысая женщина? Ну а что, женщина? Посмотрим, лысая, может быть, пригодится. Нет. Кирилл, может. Спасибо за раст. Не хватает только Сани Колизея Чакиловича Аки 10. Пожалуйста, Максимкам. Да у нас не хватает просто возможности сейчас этой. А он, кстати, от кровотечения, походу, сдох. Слышь, не хватает пока времени развиться до Колизея. Как запрыгнуть, блин, сюда? На тебе этот шкаф я выкину сейчас. Смотри, на. Подожди, не-не-не, его в тайник надо. Ну, она давай, не знает, где. Давай. Что-то ты как-то дом построил? Ну, типа, где тут выход-то? В треугольнике в этом? Нет, или тут всё в квадрате? Нет, тут все четко. Так, ладно, я пошла за деревом. Да, они там шмаляют там. Ладно. Ой, а у меня голод. А кушать что-то есть у нас? Было, но я уже убежал. Надо было раньше говорить об этом. Да я только сюда видела, блин. Ну, может, сколько грибочки? У тебя еды? У тебя много должно быть? У меня 16. Ну, в принципе, нам надо сейчас дерево, надолго, чтобы апгрейднуть все быстренько. И это. И дверь надо замком. Все остальное есть. Ну, я... Я пошел дерево добывать. Я просто не хочу крафтить с арбалетами с двумя. Типа тут бегаю, эти собираю. Хотя, возможно, и надо. А у тебя много покушать есть? У меня очень много покушать. Да? Ну как? А, нет, шоколадка одна. Я остальное съел. Сейчас добуду тут. Пошел дерево добывать. Тоже добываю. Все, меня убили. Чувак, блин. Как он меня вообще? Откуда он просто вышел, префайром дал мне? Ой, ну ладно. Сейчас пойду дерево зато порублю. Так, смотрите, дерево рубим. Давай, Кекс, ты тогда дерево рубишь, так, делаешь дверь и замок. Я дерево 700, рублю, блин, ага, с Настей, и мы апдейтим просто дом до деревянных, нормальных, адекватных. С тебя дверь замок, с нас просто, типа, да, апгрейдить. А я могу прописать килл в этом? Я ни хера не понимаю, я как будто на одном и том же месте воскрешаюсь. Так, нам вот этот мешок переназвать. Я, короче, тогда килл в этом домике пропишу, сейчас появлюсь и снова заберу, потому что у меня все голод ноль. Надо нас сейчас быстро нам дерево добыть. Зачем прописать? Просто делай дела. Устроить его. А если я умру? Ну ты что, не видишь, сколько у тебя хп? Оно там по одному, там, 52. В 5 секунд кончается. Блин, ты что-то в квест спросил? Ну все. Блин, деревьев тут тоже, конечно. А ты за мной бежишь, да? Нет, не знаю, кто бежит, но не я, и, походу, не Максим, раз молчит. Да, не я. Какой-то чувак просто. Да, вот это... Ну и что ты хотел? Бежал за мне. Господи, эти пвпшеры, блин, прибегают ко мне, начинают драться и убегают. Весело. Ой, давай, теперь я за тобой. Теперь я за тобой бегу. Вот. Теперь ты за мной. А? Теперь ты за мной, давай. А теперь я за тобой. Ой, какой веселый парень, а. Блин, тут по 5 рубится. Где деревья-то там? А, вон они. Все, пошел. Что за фигня? Банки, обманки. Бочки обман. Что здесь ничего нету? Нормально, деревья нашли. У меня есть сырая нефть. Это от... нам деревья нужны. Все, я надо. Так, сколько мне надо? И замок. Блин. И замок, и дверь на мне? Да. 700, ну... Потом нам надо еще одну дверь поставить наверх. Там да, что-то... ну одну хотя бы надо. Хотя там, одну. Там, да дальше. Ё-моё, как же вы задрали, а? Ну просто... Что, ты пвпшишься с кем-то, удивляешься, что тебя убьют? Нет, я не пвпшусь. Я бегу еду ищу. Деревья нужны, еда не важна. Важна только жизнь через деревья. Ну охренеть, 70 раз. Еще 50 раз по дереву ударить, да? И он бежит еще один. ПВПшер бежит в сапогах, да. Прицепись.
Арбалетчик, блин. Меня нашел. Беги к нему, а я порублю. Во-во-во-во, нормально. Блин, эти маленькие тайники похожи как на мышеловки. Так, я 400 дерева набрал, меня выгнали тут парень с арбалетом. Прям таки выгнал? Угу. Вали отсюда. Это лакикан. Соблан. 30 раз осталось по дереву дать, у нас будет дом, по идее. Хотя там еще грейдить надо его. Да как вы находите? Грейдить что-то много надо. Они реально гамму выкрутили? Я просто сижу в кусте, прячусь. Там все темно и черное, этот придурок меня нашел. Что ты ругаешься? Ах, да это америкос тупой. О, на них напали, походу, тоже. Почему он тупой? Ну что, он нашел? Да. Мне кажется, он умный, значит. Не. С пистолетиков стреляют еще. Еще, блин, дайте мне 10 раз ударить, я уйду. И это только дверь, без замка, или замком уже. Замком. Понял. Но мне еще крафтить это, там, я думаю, минуты 3. 700 дерево, бегу. Уря! Еще 3 банки нашел. Так, а что там по грейдам домика самого? Да, я сейчас приду за грейжу полностью. Ты, блин, зря вторую дверь наверху ставишь. Ну, блин, мы не сможем сейчас этого, у нас не хватает ресурсов, чтобы... Так, блин, мы сейчас поставим дверь, поставим печки, и у нас моментально появится на вторую, нет? Моментально вторую? Каким образом, извините меня? Ну, блин, металл у нас есть, который расплавит там. Я не думаю, что нас так быстро зарашит. А если будет так быстро рашить, то просто потолок воткну наверху, и все. Ну ладно, смотри. Я возвращаюсь, я уже сейчас готов. Я делаю все. Кодовый замок 10, а дверь, я думаю, тоже скоро сделается. Я иду уже, сейчас подхожу и сразу. Когда умираешь, да, изученные рецепты остаются. Так что изучайте сейчас, ночью, перед смертью. Ночью все. Идеально, сейчас быстренько все сделать. Давай. Дверь 30 секунд делается, если что. Все, понял, я подхожу чуть-чуть к грейжу. Я вот в метре от дома, зашел на дом. Я в доме, грейжу. Давай. Ты уверен, что тебе на все хватит? Уверен. Ты как другу сделал ТПР. Слышь, ТПР и ник. Темно все, ребят, потому что ночь. И это даже хорошо, мы спокойно, может, загрейдимся. Кстати. Так, я правда не вижу, что. Все, сделал дверь, сделал дверь. Сделал дверь. А нельзя крышей так, что ли, загрейжена? А вот, все. Так, шкаф куда ставить? Сам поставишь? Да, возьму, еще поставлю. Вот, я кинул тебе его на пол. Дверь ставлю. Так, код сейчас напишу в скайпе. Шкаф не ставится из-за того, что стены. Давай я попробую. Сейчас я попробую еще. Поищу, да. Ты все стены загрели? Да. Ну давай я попробую, ё-моё, чему учишься? Ё-моё. Её надо вот в любой из этих треугольников воткнуть. В любой? Угу. Но не в этот же. А я могу разрушить, ещё же не поздно? Нет. А может сначала шкаф надо было ставить, потом стену ты не... На, может быть. Как ты гайды смотришь? Ну и он не ставится, Максим, вообще никак. Вы что не можете поставить? А как ты разрушишь сейчас, здрасте? Ну, давай поставим шкаф тогда наверх, нет?
куда наверх. Я тогда давай сломаю вот эту стену. О, это место как... дверного проема. Блин, я его не знаю. Как ты его сломаешь? Алло, я тебя спрашиваю, ты как гайды смотрел? Я гайд посмотрел, все, что сделал. Так, блин. Что? Баги игры, чего он не ставится-то? Ай, там сначала стопудово на открытую надо ставить, потом закрывать этими, блин. Ой, Макси. Там так было, проверили? Или просто, может, он как бы все-таки воткнул как-то? Не, не воткнул, так и было. Ну все, тогда давай вот здесь я его ставлю где-то. Давай тогда его поставим. Его никак не поставить нормально. Ну вот, а давай в главной комнате, вот в этой. Туда воткнем просто мешки свои. Можно? В главной комнате? То есть чуваки запрыгивают к нам и сразу ломаются? Ну ладно, у нас выбора нету, я так понимаю. Он причем прям по центру еще как-то ставится. Ну и стой, на, давай, короче. Давай в той главной комнате. Сейчас. Воткнем. Просто вот. Потом заново такой же поставишь. Сначала на открытый треугольник, потом стены. Ну, у нас архитектор-то, вон. Я гайды посмотрел, и все. Я основную вещь, блин, не посмотрел. Он, видишь, он посреди комнаты ставится только теперь. Yeah. Кто бежит к нам? Не знаю. Настя, надо говорить, не я. Не я, сразу не поняли. Я. Там Максим кто-то это бежит, если что. И не один Максим. Так. И они сейчас подсадятся, и нас все убьют. Согласен. Делаю? Сверху. Могу моментально сделать. Давай я, может, выбегу, посмотрю. Давай. Если опасно, я сделаю себе. Да не вижу. Бомж какой-то бомжа убивает. Доедает. Он пока не надо. В принципе, сюда может еще вместиться. А, блин, а где мой камень-то? Ёпта. Я камень выложил. Нормально, нормально. Справимся здесь. Вау, it's airplane. Вау, дроп. Нормально, заново респонусь. Блин, я камень выложил. Так, ну что теперь, какая задача тогда у нас? Сейчас еще. Спальники там надо поставить. У нас ткани, кстати, нормально вроде в этом тайнике. Да, давай с тайника сюда. Ткань. Я просто боюсь дверь открывать, мало ли кто тут стоит. А никого нету, я вижу. Понял, выхожу. А какой код? Скайп написал. Чё за херня? Чувак мне просто с РНЖ дает удары. Ой. А. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Ты рядом с тайником? Нет. Ёп, где тут я зарезался? Какой-то ищет тайник наш. А-а, стоим снайперина. Так. Стрим говнарина. Я стенника просто все забрал. А, у тебя есть уже на ящик на один? Чтоб там. На полку и на ящик. На полку что там надо вообще? Сейчас посмотрю. Я все забрал. Так, смотрим. Полка. Тут рядом с домом бегает. Это я. Нет, не я, не я. Ну я почти рядом с домом. Блин, я не вижу, где эти полки вообще. 250 дерева, 125 металла, да. Да, металла у нас нет. Ну, ставь пока печку, ящик, маленький ящик ставь, в него все кидай, потом мы его так, разломаем вот и поставим. У нас сверху дом, дверь открыта, да. Надо сверху это закрыть. Ну, архитектор, блин, закрывай. Надо еще одну дверь. Ну, здрасте, а что мы копили на одну-то только? Так, это я к дому подбегаю. У меня банки еще были. Сейчас. Надо животный жир, короче. Нам. Опа, вот это прикольно. Вот тут аккуратно. Да, блин, дайте закрыть дверь эту. Это ты, Настя? На красненькую. Да. Ты, Настя? Да. Ой. А чё, денег какой-то странный? Ты дверь открыла? Кто снял замок? Ребят, кто-то замок снял. Это кекс. На дверь. В смысле, какой вот кекс? Ну, о чём? Ой, это вообще какой-то чувак другой. Ну что там делать? Что у чуваки у дома? Короче, подбежали два чувака. Один разблокировал дверь, ну, кодом. Снял дверь замок, выкинул мне дверь, забежали, все убили. Воскрешайтесь просто, я их убью сейчас. Я сейчас, типа, ввела код, ну, захожу, там зелененькая была, я красненькую написала, закрыть.
А почему ты замок снял? Вы не заходите, когда люди перед дверьми стоят, и все будет хорошо. Знаете, чел, ты открыл у нас дверь, разблокировал замок, он просто снял дверь и замок. Я ставлю обратно. Вы что, ЛС, блин, я понять не могу. Первый раз играете в эту игру или что? Я ничего не делал. Чуваки, блин, стоят рядом с вами, вы хотите успеть... Так, дверь опять стоит. И замок стоит. Я новый код поставил. Тот же? Нет. Господи, с какими ЛСами играю? Это ужас какой-то. Написал в скайп пароль. Вам повезло, что я арбалет и топор нашел. Я бы сейчас не убил этих двоих. Вот сейчас кто так долго? Это ты, Настя? Да. Ну так ты уже заходи, и замок красный сразу делает. Что так долго? Ты ввела и просто минуту стоишь, что? Смотришь на него. Так, Максим там дойдет? Да, я захожу. Сейчас, уберусь тут. Ой, что-то ржу, блин. Ну как так-то, типа, ты... Ну что ржу? Если люди около тебя, ты даже закрытую дверь не должна открывать. А ты еще и код вводишь. Скажи там, помогите, выйдите, тут люди или еще что-то. Но зато мы знаем, что легко дверь сломать можно. Тут легко подсесть можно, по-моему. Надо на втором. Так, ты у дома, Максим? Да, да, я бегу здесь. Короче, нам надо сейчас животный жир, ну печку хотя бы одну, да? Ну, 12 жира у меня есть. У меня там тоже в трупе было. Так, у меня есть... Чего жира надо? Животный жир 4 есть. Посмотрим, может быть, мало пригодится. Ну, у меня, сегодня, кстати, 5 банок. Сегодня будешь играть в арму, спасибо за стримы. Около дома, прыгают челы. Пожалуйста, Бивернайт. Ого, за 500 рублей. Спасибо тебе огромное. Сегодня армы не будет, арма будет... Рядом с ходом. Скорее всего, на следующей неделе много армы будет. Именно потеть будем в топ-10 и в топ-50, в топ-100. И может еще игры устроить. Там кто-то... А он в одежде или что? Не, Настя, ну-ка присядь. Два голые. Настя. Надо бы предбанник еще сделать, на самом деле. Давай я сделаю. Я зайду. Дайте план постройки. Уа! На. И дерево. Так, да. Смотрите, я выкидываю... хотя не, все, наверное, не буду. Выхожу. Нам нужно уже построить тут. Неужели у нас есть? Черики, кекс. На скале один. И на скале один прыгает. Почему я не могу открыть? Разрешил построить? А дверь закрывать? Я все, назад сейчас быстро. Я убил их. Да это просто голый стрим снайпера. Ну, немного животного жира хотя бы. Да ё-моё, как же стрелу достать? Это ты ко мне? Кто ко мне прыгает? Это я с камнем. Киянка есть, Настя? А, киянка... Нет, нету. У меня же была. Не знаю, где она. Может, Кирилла? Не-не, у меня нет киянки. Все выпало, все трупики должны были выпасть. Так, животный жир что, подобывали с трупов? Хватает? 14 у меня. Нет, 4. Нет. А ты куда весь лут с этого взял-то? С тайника, где он весь? Он вам не был. Ну я все. Ну все, я у него взяла, но тут вообще ничего нету. Все с Максимом подобрала. Ну, должно быть. Ну там животного жира очень мало. Никого не выписал. Ну там ткани много. 4 животного жира. Ткани было много, около сотки. У тебя на сотка ткани, у меня 0. У меня ткани 16. Лол, а где все эти? Не знаю. Ну, канули в лету, очевидно. Есть тут ящик хотя бы сделать, чтобы сложить ресурсы. Не, нам, ребят, помогать ничем не надо, спасибо. Вот у нас единственный дом теперь кривой. Из-за того, чтобы быть крутым домом, у нас теперь кривой дом. Потому что у нас просто ящик тут стоит. Не, ну вообще мы тут два ящика поместим, да. Будем тут ходить. Ну там можно поставить эту стеллаж. Да? Ты уверен? Ну, думаю, да. Кажется. Максим, поставь какой-нибудь ящик сейчас. У нас дерево. Обычный. Обычный поставлю, маленький. Обычный, да, давай. Мы его потом сломаем. Да, я выложу все и пойду добывать. У меня есть железный топор, у меня много это. Костер надо еще где-то бахнуть тут тоже. На ящик, кстати, костры можно ставить вроде как. Делаем. Не, мы не будем решать. На люк у нас тут будет деревянная лестница и вот эта дверь вторая. Вот и все. Нам не нужен люк. Предлагает нам люк тут сделать. Люк. Опа. Ты чё? Ну ты ж присела. Всё, моя стрела. Дай стрелу. Моё. Дай сюда. Моё. Отойди, голожопик.
сиськами за душу своими. Ящик ставлю здесь. Доставь уже. Смотри, чтобы не в этом выглядывал. Костер есть у нас? Костер одет. Ну надо. Надо кому-то каменный топор, Настя, на. Костер, ама нет, вот. Да. Поставим. Мне кажется. Давай, короче, каменный топор. Так, я выкладываю две банки, их надо будет сразу сделать. Пять кусков мяса, их тоже приготовить. Человеческое мясо. Человеческое. Да, да. И прям на этот, на ящик этот ставь. Кстати, с этхоми-то можно, а тут. Не-не-не, нельзя. Нам спальники надо будет. Ну, у нас было много ткани, она куда-то садилась. У меня 16 тканей. Ну, у меня на один спальник хватает. Да. Человеческое мясо, наверное, нахер нам не нужно. Выкинула. Все, скинул все ресурсы, я пошел. Блин, а мне их хватает. Настя, ты что зеваешь, я понять не могу уже. Да я что-то раз. Не знаю. Может спать пойти у тебя? Не. Ну еще 5 минут. 5 минут, бабуль. В смысле бабуль? Я тебе бабуля, что ли? Я сейчас вернусь как топором. Так, Максим. Че? Ты тут я будешь? Сейчас, я костер сейчас поставлю и уйду. На, короче, костер ставь. Угу. Все, больше ничего. Вот, еще. Погоди, как нет. Будто. Все. Пока. А ящик фуловый, что ли? Что? Ага. Ящик фуловый. Да, ящик фуловый. Так, немного ткани я отжал тут. Блин, стрелы очень ценные, чувак, дай сюда я. Ой, я всех добываю. С конопельки. Да, давай, давай. Нам много ткани надо. Ну, у меня уже 20 с конопли, по десятке там падает. У меня еще луки, блин, упали. Надо их дома тоже выложить. Два шприца, ну ничего себе. Ничего себе. А я турель изучил. Давайте турель сделаем, типа поставим на крыше, и все, и к нам вообще не подойдут. Ага. Че? Знаешь, как она бахает? Бам! Просто по всем. Ну, у тебя ничего особо и не было, чувак, что бежал. Ах, конь, манси. Ой-ой-ой, к нашему дому подошел кончил. Подожди, коняшка. Кекс, наш около нашего дома какой-то кем, типа. Ну он с чем-то или без чего? Не знаю, блин, ну вторую. С одной стороны, если он ни с чем, то нам его не стоит бояться. Если он с чем-то, то он меня тоже убьет, скорее всего. Я-то, блин, тоже не особо же. Боец. У меня, блин, арбалет 6 стрел. Поставлю так. What's up? Ты еще, блин, такой наглый, а? Пошел отсюда. Эмолджи показываешь. Ну так, чуть-чуть. Да ты! Ловлю металл. Ребят, коня голыми руками беру. It's my chocolate, bitch! Так, у меня сейчас ткани 45. Домой стоит идти? Дерево бы еще соточку, чтобы этот сделать. У меня 150 дерева. Спальники. Вот сразу спальники, чтобы дома положить, и уже вообще все по кайфу будет. Сверху мы закроемся, я так думаю, со временем. Так, что у меня? Дерева нету, надо на это. Да, и нам надо на второй этаж поскорее дверь поставить, а то подсадятся там, ну. Печку надо быстрее. Ну, я банок там накидал, просто костер сделайте. Нам взрывают, по-моему. А, это поповые гранаты мне взрывают. Да. Слышь? Не охренели. 50 хп отняли. Сразу нормально. Молоточком стукни, пока не бьют. Молоточком. Кьянка. Кьянка, ага, да. Сделал. Подстраиваться наверх, я апгрейднул. Наверху. Ой, блин, а как домой-то вернуться? В смысле, а как они подстраиваются наверх, если на шкаф там стоит? Не знаю. Подсаживаешься? Я слышал звук, что что-то построили рядом. Я грейданул сразу вверх. Ну, там. Я вообще около если дома... Что, сломаем, я около дома никого не вижу. Нам верхний этаж сейчас особо не нужен. Сид! Так, ребят, я бегу домой. Идет, come here. Окей, I come you. Окей, I come. Мне кажется, это вот школьник тут какой-то стрельнул. Go.
jump, go jump. Oh, go. Okay, go. It's free house. It's my house, bitch. It's my house. Free house, не. Ух ты, ёб твою мать. Чё, вот это табличка огромная у него была. Я, кстати, изучила табличку. Её бы где-нибудь поставить пока. Металл. Тупой есть. Школьник, блин. Сколько надо? Go jump, jump говорит, прикинь. Go jump говорит мне. Дай лес, я ж тебе говорил, костер на этот поставь, черт возьми. На этот. Да не ставился, что-то. Не ставился. Вот, я, короче, туда две банки закинул. Ну, металл есть. Сколько надо на один? На одну дверь? Да. Ну, всего 250, мы же вычисляли. Ой, я, конечно, мастер спортивного ориентирования, еще не могу найти. Ну, Настя, это... пытайся вспомнить. О, отлично, картечь 12 калибра есть. У меня... Настя. Я, кстати, знаешь, какие пульки изучила? Сейчас скажу. Я пистолетные изучил. Тоже картечь 12. Во, отлично, у нас с пайп-шотгана будет нормальная движуха. Какое говно, надо еще один ящик сделать, и мешки там... Да, вот ящик лежит. Да? Да. Кайф. Он вот сюда. Нам надо полочку сделать. Не, сначала надо сделать печку. Сначала надо сделать... А, ну хотя ты уже закрыл наверху, да, в принципе, нам дверь уже. Не, не, ну не, все, не, печки, не, так иди добывай печки. Ты что, весь день уже дома сидишь? Лодырь, блин. Сейчас пойду. И кладите ресурсы, что вы их складываете? Везде одинаковые. Порядок должен быть в библиотеке. Да, это. А еще, как здесь ставить мешок, этот спальный мешок? А он предлагал же прям вот в коридоре. Вот я прям впритык в коридоре ставлю один. Да, блин, да. Я вообще потерялась. Да не так, ну хотя ладно. А, сейчас этого стрима взгляну. Ну, ты, скорее всего, бегаешь и бегаешь дальше и теряешься еще больше. Вот ты в лесу бы не выжил ни за что. А я не могу твой стрим открыть, у меня нет закладок. Не знаю, надо еще подсказать. Это этот школьник, кстати, кинул гранату. Вот, да, я нашла. Да, нашла домик. Там а нет, подожди, убил. Там двери нету. Это не наш, походу, домик. Да найди аэропорт, а от него это. Да я не могу. Я вам мешки тоже скрафчу пока. Так, во, вот тут мы где-то были. Дропает, ребят, дропает. Если еще будет дропать, я перезапущу картинку. О. Просто были дропы. Нашла. Блин, у меня даже подлагивает, а не дропает. Я нашла. Хорош, хорош. Возле дома нашего никого нет? Нет, пока. Не было, я только что выбежал. Все, я бегу. Ага. Если будет еще продолжать лагать, ребят, мы перезапустим стрим тогда, поставим сервак другой. Ну, скорее всего, лагует сервачок у Твича, как обычно. У тебя Настя есть камень? На этот? Нет, камня нет. Могу тебе топорик пока дать. Ну были фризы, я видел. 3000 дропов за весь стрим. Это немного за весь стрим, но... Так, куда они... можно мешок поставить? Вот прям вплотную к Максиму мешку. Давай, он... мне мешок я поставлю. Он, правда, неправильно его поставил немного. Да. Он был поперек ставить. Один кекс отдал. Сейчас, 200. Поперек он не ставился. А вот так все, у меня окей. Три мешка влезло прям. Ты три поставил? Да, три. Ну мне дари. Только у нас те мешки... Мне дари. Какой у тебя ник? У меня... Что-то сейчас скажу. СГ, что-то там СГ и дальше. Все, вижу, вижу. Отдал. Все, три мешка есть. Блин, куда жареная курица свалилась? Не суйте, пока в костер там железо. Сейчас. Ух ты, ничего себе. Сейчас там железо доделается, это. Ребят, жареная курица исчезла. А, я ее взяла, лол. Как я быстро взяла-то. Кто бочку рубит? Кто бочку рубит? Не я. Мы дома. Так, у меня есть пошел. 60 кош. Нам надо животный жир. Я тут добываю человеческий жир. У меня животного жира 14. А сколько печка требует? Give me your loot and you'll be alive. Печка? Сейчас глянем. Печка требует топлива низкого качества 50. А топлива низкого качества животного жира 3 надо. Короче, идем я пошел добывать. А, я же могу сделать. Может, немножечко. Ну что, продолжает лагать, ребят, делаем. Рестарт стрима, стоп-старт стрима. Решетку поставили, да? Это я надеюсь, которую я принес, поставили мне новую. Да, да, да. Кто-то бегает прямо. Это я подбежал. Че тут нигера не дорубили?
Я делаю, чтобы дорубить. Я убил. Все, так, мешок можешь. Подарили мне? Да, да. А какой мой мешок? Средний. А мой? Левый, крайний, значит. К этому. Ящик. Один они будут все называться, ребят. А я дом хотела переименовать. Ну, я тоже дом назвал. Ну ладно, я один обратно вернула. Так, 200 металла у нас есть. Все, давайте тогда бумажки. Блин, теперь... тут этот... меня хантит, я убегаю. С нормальным лутом? Рядом с домом три человека. Ё-моё. Залутанных. Все, не уходите. Костер потуши. Потуши костер! Пасы на нём. Ты что, жрёшь, что ли? I'm Russian, don't kill me. Звучит как, блин, я убийца, не надо меня садить в тюрьму. Блин, он с дробовиком был, почти зарубил. Он там все равно внизу, там будет сейчас. Ну все, на все, сидим. Кирилл, спаси! Сам соси! Кирилл! Блин! Не, спасай меня! А что, кстати, давайте я пока покрафчу, по печкам посмотрю. Ой, смотри. Максим, стой, задом встань. Смотри, у него кусок мяса. Нихрена себе. Да, Максим, у тебя что-то это с рукой проблемки. Ты из прошлой жизни что-то. Так, а что-то ткани совсем мало из жира, да? Да. Ну, в принципе, у нас вот здесь влезет, где костер и фигня. Ребят, у меня ткани 50, а жира 4. Полка влезет целая. Так все в ящик выкладывай. Они рядом с домом, прямо рядом с дверью стоят. Я вижу через щелку. Сейчас может подсаживаться мы, смотри. Но они по-любому подсадятся, они типа... Пусть подсаживаются. Думаю, умные такие. Да, подсаживаются вот сейчас, блин. Смотри, вон он сверху. Упс! А как они подсаживаются? Ну как, пусть друг на друга. Да блин, были бы у нас пайпы, открывали бы двери и просто ваншотали. Так, на стрелу заживались? Не, он наш стрелу забрал. Это моя стрела была. Так, я пока на печку делаю жир. Топливо, да? Угу. 4 по 4 делается, да? Значит, у нас 112, надо 24. На 6, 28, 32, 36, 40. Нифига, тут табличка здоровая-то, которая... Да, она... Я хотел ее на дом сразу прикрепить. Не поместилось. Перезапускаем, да? Ладно, ребят, перезапускаю стрим, не переживайте, сейчас будет получше. Отойди кекс, я пройду по второму ящику. А нам не хватает на железную полку?